Я более чем уверен, что цена была занижена специально, и здесь есть определенный коррупционный элемент. Ну это тоже нереально, 300 тысяч сомов, 3 гектара, считай, это зачем за бесценок? Без ведома совета, оказывается, был продан. И кому вы думаете? Этот Кроджерлаг функционирует только как баня. Собственник. Добровольная физкультура спортивного союза профсоюзов. Каждый человек, который принял, как вы говорите, там продал или не продал имущество, он должен нести ответственность. Никто из них не получил реальный срок. Для этого необходима инициатива со стороны рядовых членов профсоюзов Кыргызстана и поддержка компетентных органов.